207, ну 279 надо так же. Дорогие друзья, всем доброго здоровья. Наконец-то мы приближаем тот интересный момент и необходимый, когда вот, видите, наши ворота идут к завершению. Ворота уже сварили. Вот, сегодня буквально съездил за красочкой. Специальная краска грунт 3-в-1. Надо, они бывают разных фирм. Вот, просто вот какая-то тут грунт, в общем. Говорят, значит, сначала я шлифанул этой наждачной бумагой. Обезжирил растворителем и вот сейчас покрываю. Советуют на два раза покрывать, чтобы потом вообще уже к этому делу не прикасаться. Ну, посмотрю, может на два раза, да, где-то какие-то, может, ответственные места. Вот, сварили, значит, ворота. Здесь я потом досками зашью все. Вот, что тут еще? Интересный механизм запорный сделали. А тут сейчас крашу это, не получится соединить. Ну, так что вот, слава богу, скоро появятся самые настоящие ворота. А то до этого все были какие-то городушки тут специально делали, чтобы козы не выскакивали. Теперь уже точно не выскочат. Еще запор сделаем. Замок там какой-то, не знаю. Вот так вот. Слава богу.